Друзья мои, мы с вами сегодня в Заре. И надеюсь, что мы найдем что-нибудь интересное. Давайте начнем с украшений, как обычно. И я вижу вот такой вот цветок, который, видите, вот так вот завязан. Вот таким вот образом. Стоит он $30. Он сделан из ткани. Очень интересно, красиво сделан. И здесь я где-то видела... Кстати, очень много духов здесь. И здесь я видела серьги. Тоже из ткани. Тоже за $29. Интересно, как они там внутри. Они запечатаны, поэтому я не знаю, как они... Это, наверное, серьги, да? Да, написано, что серьги. Ну, в общем, интересно. Два топа, черный и красный, у входа сразу вот с такой вот интересной металлической деталью. И красные балетки. Так, что такое красивое я вижу здесь, блестящее? Ой, девочки, вы знаете, что меня трудно оторвать от всяких... Какой интересный топ, стоит он $70. Посмотрите, какая интересная, значит, спереди. Вот так вот он сделан, вот так на бретельках. Вот такая интересная деталь. И он сделан из двух частей, как бы из двух слоев, вернее. Нижний слой вот такой вот прозрачный, и сверху вот такие вот красивые пайетки. Сколько он стоит, я, по-моему, уже сказала. $69-$70. Очень красиво, очень нарядно. Красные брюки. Смотрите, какой вот это интересный топ. Он сделан из какой-то такой полупрозрачной ткани. Такая вот большая рубаха черная. У него очень интересные рукава. Такие вот с пуговичками, завязочками. Очень интересно и прикольно. Вот такое же платье есть и красное. На входе висело вот такое интересное бежевое платье. За $79. С таким интересным необработанным краем. И интересно скроено, интересно сшито. Хотелось бы его померить. А здесь у нас что? А, это заколка для волос за $27.90. Металлические цветы черные. Так, черный жакет. Рубашка со стразами, которые интересно так разбросаны по... За $100, ого. Интересно разбросаны по всей рубашке, так неравномерно, знаете. Это очень интересно. Платье под зебру, очередное. Платье под зебру, $65, недорого. По-моему, из вискозы на вид, во всяком случае, так выглядит длинный. И вот смотрите, какие интересные серьги с жемчугом. С жемчужиной за $27.90. Просто супер. Ну, жемчуг, конечно, искусственный, но очень интересный. Так, идем дальше. Что-то я там увидела, как какое-то интересное тоже украшение. Так, смотрите, какой интересный топ. Здесь такой пижамный костюмчик бежевый. И вот такой вот интересный топ сделан. Стоит он $56. Сделан он из такой интересной... необычной ткани и очень необычный фасон. Он как будто бы баллон, у него здесь подкладка, и видите, верхняя часть пришита вот так вот сверху. Он без бретелек, и вот здесь вот вся ткань такая расшита вот такими вот как будто аппликацией. Интересно. Интересно, есть ли у него к нему юбка, например. Так, еще серьги тоже, кстати, очень подойдут к этому топу. 29. Вот из таких вот проволочек, прикольно. Смотрите, какие интересные шлепанцы из такого как будто бы бархата. И с острым-острым носом и на маленьком таком Kitten Heel. Я помню, в мою молодость, $59, ну не в молодость, а скажем так, лет 15-20 назад, вот мы все носили вот такие острые, длинные, острые носы. И вот они вроде бы как, наверное, вернулись. Они есть в этом цвете, и есть вот черная кожа, вот такие вот. Так, ой, какой интересный браслет. Смотрите, красивый металлический браслет. Большой, широкий. $35.90. Такой скифский, я бы сказала, да? И вот
замечательная коротенькая курточка. И вы видите, как они... Сколько она стоит, джинсовая? 65. Висит вместе с джинсами. Вот этот последний писк сейчас моды. Джинса с джинсой. Вот джинса с джинсой – это снова тренд. Так мне рассказали великие стилисты. Смотрите, какая шанелька. Какая миленькая под шанельку. Или даже не под шанельку, я даже не знаю. Жакетик за сотню. Ну, в общем, фасон под шанель, а ткань такая, даже шанель такого не придумала. Это не просто твид, это твид с такими вытянутыми как будто бы нитками. В общем, прикольно, да. И вот здесь бесподобное украшение, есть браслет такой и есть бусы. Ох, они тяжелые, $45 они стоят. Металл и какой-то пластик, наверное. Но посмотрите, как интересно сделано. Две нитки. И вот три браслета на резинке за $29. Выглядит очень хорошо. Я должна вам сказать, что выглядит просто очень. Так, набор браслетов, состоящий из трех браслетов, 35,90. Очень интересные. Они все разные формы. Широкий пластик, такой средней толщины металл. И поуже тоже пластик. И вот такой вот он не просто круглый, а вот с такой вот интересной формой. И здесь же висит рядом $129. Это такая куртка рабочего. Укладчик и шпал. Тоже виск, последний виск этого сезона. Мне это не очень нравится, но это тренд, это модно. Везде все поношили такие. Куртка рабочего называется. Посмотрите, с таким рукавом кимоно, с карманами. Это даже скорее, ну, немножко похоже на анорак, хотя на самом деле это куртка. Так, сумочки вот всякие разные. Черненькая, красненькая, лаковая, под леопарда. Если вы боитесь носить леопарда, носить, то можно сумочку или обувь. Это не я придумала, это я повторяю за умными стилистами. В принципе, это хорошая идея. На случай, если вы умных этих стилистов не видели, то я вам вот провозглашаю за ними, как бы капитан очевидность, произношу вот такие вот прописные истины. Очень интересное украшение. Металл и вот такой вот, я думаю, что это камушек. Сейчас я почитаю. 45,90, наверное, судя по цене. Да, это камень. Посмотрите, как интересно он оправлен и какая интересная две цепи. Одна вот такая и одна. Цвет плохо виден, он такой... Почему так темно? Он такой... Пытаюсь найти цвет. Он такой серо-голубой. Шикарный. И есть вот похожий браслет. Немножко другой, но, в принципе, по стилю очень похож. Камень такой зеленоватый. 29,90. Я померила, но он запечатан. Тоже с камушком. И еще есть... Вот такое шикарное ожерелье, которое состоит частично из камня, частично стекло, пластик и металл. Я уже посмотрела, стоит оно 45,90. Бесподобной красоты. Я сейчас попытаюсь вам его всего заснять. Тут стоят девочки, я им мешаю. Смотрите, вот такая вот красота. Так, цепь, большая цепь. И вот такие вот цепи. Красивые. Вот браслеты эти мы уже видели. Давайте посмотрим, какие у них еще есть украшения. И что еще? Ну, тут много, знаете, такой одежды, типа спортивные костюмы. Вот прямо вот Adidas три полоски. И такие же брюки спортивные. Опять же, мне это не нравится. Мне это совсем не мой стиль. Вот такие вот прямо спортивные костюмы из 80-х. Перестроечного времени. Если вы помните, я их помню. Так, вот смотрите, очень красивые серьги. Не помню, может, я вам уже их показывала в какой-то мой заход в Зару. И здесь вот всякие такие капельки, вот такие полукольца, интересное колье и вот такие вот полукольца. Хорошенький пиджачок, такой в стиле 60-х за $80. Посмотрите, у него два ряда пуговиц, карманчик сделан из такой плотной вязки, как будто вязаная. Самовязанный такой, знаете, круглый воротничок, но прям точно 60-е. Кстати, это тоже тренд. 60-е тоже тренд, чему я очень рада, потому что я очень люблю 60-е. Как вы понимаете, я со своими винтажными
всякими бусиками. Естественно, понятно, что 60-е – это моя тема. Так, ну что у нас тут еще? Сумки. Кстати, эти сумки сейчас подешевле. Они, по-моему, на распродаже. Ну, такая вот межсезонная распродажа, так же, как и вот эти. Вот видите, с восклицательным знаком. Вот эти брюки, они стоят не 79, а, по-моему, $40 или что-то такое. И такие же черные брюки с вышивкой. Они, кстати, делали уже несколько сезонов подряд. Вот такой вязаный кардиганчик. Смотрите, как много вот таких вот вязаных кардиганов. Кстати, бордовый тоже цвет. Цвет этой осени. И вы знаете, вот тоже большие пуговицы. Помните, в манго я ругалась, но здесь большие пуговицы, но они интересные. И тоже вот такой вот можно самим связать с карманами. Посмотрите, вот такой вот коротенький просто кардиганчик с карманчиками. Очень даже миленько. Так, ох, какие красивые серьги. Посмотрите. Вы только посмотрите на них. За $30, $29.90. Вот такая металлическая роза. И к ним же есть вот такие вот короткие бусы чокерс, тоже с большой розой. И вот с большими такими бордово-коричневыми бусинами. Бесподобно красиво. Здесь были еще какие-то украшения. Ну вот цветы. А, вот это интересное. Вот эти мы уже видели. Вот эти тоже, по-моему, я вам показала. Вот эти вот мы смотрели. И вот какое интересное ожерелье. За $45.90. Много-много-много металлических цветов. Все как-то нанизаны друг на друга. Очень интересно сделано. И вот такие вот интересные сережки длинные из мятого металла. И еще вот эти. Не помню, видели или нет, но они очень оригинальные, необычные и красивые. Так, здесь всякие тоже платья с деталью металлической на пузе. Интересно. Кофточки. Вот такое цветное. Бордовые брюки. Ага, вот такое платье с дыркой на пузе. Нам оно, конечно, никак. Рубашки. А, это не рубашка поло, это такая кофта. Это как будто бы кардиган. А, нет, вот именно поло, потому что пуговицы не до конца, кардиган поло. Рубашка, вернее, поло, тоже очень модная сейчас, $59. Это такой теннисный тренд. Здесь голая спина, боже мой. Закрыто пузо, но спину открыли, чтобы жизнь на медом не казалась. И вот еще... Вот такие вот обалденные серьги за тоже $29.90. И к ним в тон вот этот кардиган бордовый. Показали все блогеры, и, по-моему, все его уже купили. Стоит он $70 у нас в Канаде. Вязаный вот такой из трикотажа сделанный. У него сбоку такие разрезики, застежка на крючках. Так, в принципе, у него очень обычный фасон, он приталенный. Видите, как у него сделан рукав. И здесь на талии он притален. Вот, и все тоже его уже примерили, показали и сказали, что это must-have этого сезона. Так, очередная пижамка, рубашка. Смотрите, какие интересные. Маленькие красивые пуговички, такая приятная деталь. Брюки с узором и топ весь сделан из такой же ткани, вот как сделано внизу узор. На платье, джинсовое платье, очень, наверное, будет красиво сидеть на фигуре за $70, оно... Все на пуговицах, и вот в боках оно вот так вот собрано. И вот интересное платье. Музыка сегодня орет особенно радостно громко. Надеюсь, что я ее заглушаю. $80 экстра ларж, на вид я бы не сказала. Какое интересное платье в красивых китайских огурцах. Я сейчас постараюсь его снять, отойти подальше, чтобы его было видно. Потому что сзади у меня вешалка. Посмотрите, вот оно сверху донизу. Длинное платье, и у него вот такой вот на животе интересная деталь. Узел, и здесь такая накидушка. В общем, прикрыть пузо очень хорошо. Смотрите, какой интересный топ мне попался за $39 всего лишь. Очень красивый, размер medium. Он один здесь. Наверное, кто-то сдал, или я просто их не видела. Посмотрите, он сделан весь из шифона. Два слоя шифона, и спереди пришиты вот такие вот тоже шифоновые 4 цветка. 2 на талии и 2 у плеча. И он весь сделан вот такими вот складками. Очень интересно.
очень интересный топ, но я что-то их особо не вижу. Вот очень красивое платье за $70. Сделано из сжатый верх, белое. А, спущенная талия и белая юбка, наверное, из хлопка. Юбка-баллон, внизу на резинке. Очень интересное, очень-очень интересное платье. Не обойтись, какую я здесь нашла сумочку. В виде апельсина, мандарина, яблоко с листиком, стоит $79. У нее есть такая, у нее есть цепочка. И ручка вот такая вот, круглая металлическая ручка. И вот такая вот смешная, прикольная сумочка на выход. Конечно, не на каждый день, но на выход сойдет, мягко говоря, да. Еще одна пижама и еще одна пижама. Вот какая-то сумка тоже. Почему их так низко повесили? Тоже интересная такая, из блестящей такой типа ткани и с такой вот металлической ручкой. И интересно, смотрите, какой тоже жакетик под Шанель за $65. Черные связанные, черные завязки на белом. И вот такой вот интересный топ. Коротенький, но это, конечно, для молодых девочек. Какое платье. Вы знаете, у меня такого типа платье было 25 лет назад, вот такими вот же складками. По-моему, даже где-то сохранилось оно. Оно было такое красивое, что у меня рука не поднялась его выкинуть. Это сарафан, а у меня было полностью платье, вот похожие расцветки, и все вот такие вот, все сделано вот с такими вот, как шторы в Доме профсоюза. Очень красивое. Ой, девочки дорогие, я должна вам сказать, что примерок сегодня, к сожалению, не будет, а я собиралась, но мне позвонили, мне надо срочно нестись домой. Вызывают меня домой. Я хотела сделать примерки, но ничего не получится. В следующий раз обязательно приду, и мы померим. Вот кофта с длинным, с коротким рукавом. Видите, вот такие вот. Это не кардиган, это кофта с коротким рукавом. А это с длинным такая же. Все, дорогие мои. Целую, с вами Дита. Была из Канады. К сожалению, я должна бежать. Обязательно будут примерки в каком-нибудь следующем видео. Я еще раз сюда приду и попримеряю все, что мы с вами сегодня рассматриваем.